сами будем будет. Если мы, допустим, на танк собрались. Уровень логистики нулевой. Отдельно, люди. Колотить удар на отряд. Да они там вряд ли будут собираться, у них в клубе никого не осталось. Да ребят, банально, Миш, я сейчас отвечу на твой вопрос. Да, допустим, мы соберем сюда. Они собираются отдельно. Даша! Если мы появляемся на поинте, на скот, на Акадо, то есть мы приходим в одно место. То есть мы отдельно, они отдельно. Если мы наедем на фестиваль, они там будут. Это наши конкуренты. Мы можем доказать то, что мы лучше только своей работой. И опять говорю сразу, то есть не так, чтобы мы сценки не снимали за полчаса до начала сценки. Это вот просто, знаете, это самое важное, не снимать ни караоке, ни сценки, ничего, к нам приехали на аниме-фестиваль. Вы подали заявку, выступаете, значит. Вот именно. Все, то есть это не обсуждается. Главное правило, слушайте администраторов. Администратор всегда прав, да? А еще предлагать свои идеи. Подавать свои идеи. И по возможности сильно не мусорить. Народ, если вы едете выступать, то есть те деньги, которые пошли из взноса, они пойдут вам на подарки. Я это вам обещаю. То есть Екатерина Бельченко выступала, она подарок свой получила. Я снимаю тех, кто говорит. Так, радостно? Теперь иди сюда. Покажи всем, что ты получила, моя девочка. Покажи всем, что ты видела. Все сказали. Ну, куда-нибудь встать, чтобы видно все было. Не топчись, где мы сидим, мало же, ёбки. Ну, пизду эту хуйню, бля. Кирилл, блядь, ты будешь снимать или нет? Я снимаю всех. Я снимаю, не снимаешь, нахуй. Ни хрена, блядь. Да там они столпись, нихуя не видно. Значит, следующее. Следующий пункт. Чё? Лимоны. Вот тебе будет у кого-то слюнки течь. Показывай лимоны, покажи лимоны в камеру. Ну, покажи. Сколько не взял ножи? Это пивать ревнём? Так. Зачем ты лимон купил? Лимон? Да, мне тоже интересно. Зачем? Зачем лимон? Зачем их два? Они вкусные. Фу! Они вкусные. Ушастый, ушастый. Не. А где этот волосатый? Вот, ты весь вместился. Батан, батан. Не, не который, а другой волосатый бородатый. А, вот он, блядь. Ты, по-моему, так с кузырой. Леша, Леша. Леша, Леша, Леша. Лиф. Лиф. Ну как ты камеру держишь? Лиф. Ты скажи мне, может, что ты без полетов, слышь, без полетов. Присядем. Да, господа, так это... Нет, знаете, дискотеки делают вот так вот, все обнялись, и только танцуют все. Все, все, все. Ветра нету, все заебись. У нас тут это... Саня, присоединяйся. Я вас... А, блядь. За знакомство, святое. Это святое. Это не святое. Это святое. Это святое. Знакомство? Лимонад святое. Да, это лимонад. Воняет, правда, сука. Нихуя. А ты у меня дома получишь. Бедняга. Лимонад, 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 лимонад. Лимонад, лимонад. Лимонадику. Не, я не хочу лимонад. Он мне не нравится. Пиздец мне, короче. Мне тебя жалко. Эх, брат. Жалко у пчелки. Пчелка на елке. Ехал хабарат наш. Елка в лесу, хочешь принесу? Да не, не надо. Че, по кругу, знаешь, ёмы. Как дать хроники, диверсионные подразделения. Я хочу лимоны снимать. Лимоны интереснее. Бля, он их жрет. Понесли на огород завхоз. А он вообще с кожурой хавает его. Нельзя. Надо есть лимон. Почему же мы вчера ломанулись все в один и тот же огород? В итоге у него пропали вкусно. Все продукты. Это тебе для чего камеру дал, чтобы ты снимал, который иди мне. Вкусно. В результате мы решили ночью вернуть половину продуктов. На следующий день опять пришел совхоз. На этот раз после отпаивания 2 литрами спирта он более-менее внятно пояснил, что под действием бесовской силы на огороде за одну ночь выросла половина овощей и 12-метровая сосна. Что ты его втираешь? Вкусные. Очень? Бля, дай пожрать, Сань, а. Ну, Сань, ну дай пожрать, Сань. Это как анекдот. Короче. Бля, нахуй. Ученые изобретают машину, которую показывают несколько людей. Угу. Ну, девку сажают, перед ним сажают, перед ней сажают. Американцы, голос, удари ее. На экране мысли всплывают. Я не могу понимаю, ударить, здесь... я джентльмен. На, снимай. То есть, кто говорит, что лимоны, они невкусные. Невкусные, нихуя, они вкусные. Нормальные лимоны. Ну, ладно, их убрали. Это всплывает мысль на экране. Ну что ты не ешь? Блин, да я ем. Я не могу ударить, это конец моей репутации. Ну, убрали. Мне лимон оставь. Ему оставь. Жрет там, блядь.
Ну, трави дальше шутку юмора, да? Короче, ну сажают русского. Голос ударил. Тот не задумываясь слева. Девка встает кое-как. Чего ты, блин? Ученые в шоке. Нихуя себе. Я тут вчера не показал. Но они перепроверили. Он морщится, капец. Опять голос ударил. Тот не думает справа. Тушь. Свет. Девка вообще уже еле. Света. Это я купил специально, чтобы ели лимоны. Да, ничего нету. Точно? Точно. Да. Ну, здесь ничего нет. Ну, что должно было быть? Лимончик. А ты кого-то лимон принес? А? Я тоже лимон притащил. Да, и для себя. Ты ешь лимоны? Вон он еще ест. Да, я ем лимоны. Кстати, ты когда ушел из скайпа, мы про это говорили, насчет лимонов. Почему, кто ест лимоны, у других слюна выделяется? Хорошая тема для разговора. Надо меня вперед. Кузнецова, мать твою! Иди, тебя зовут. Что на 2 минуты вперед? Ладно. Повесь на американцев. Не хочу эту хуйню пить. Он говорит, вообще не кислый. Обычно лимоны кислее. Это какой-то... Приходят через неделю, смотрят часов на тебе. Нет, блядь. Подходит бармен, блин, слушай. Наверное. А куда вот наши часы делись? Потом будет смешно это смотреть, кстати. Это тут не смешно, а там будет дома смешно. Да. Сидишь, смотришь, как ты живешь. Саня, как-то ты... Допивай, допивай. Быстро, быстро. У нас еще... Я просто еще лимона хочу. А, еще лимона хочешь? Надо было больше покупать. Ответа высри. Потом спроси. Почему он такое в камеру говорит? Ты иди, кто ты? Не хочешь? Наши черные. Вы снимай меня. Не знаю. Пусть ты у них сын. Морщишься, я видел. Какой трещин? Какая прелесть. Это эксперимент или что? Нет, просто едим лимоны. Она тоже ест лимоны. Миша, в печали. Вот нас кислоты не хватает. На. Давай, давай. У Светки такое лицо. А ты что, не будешь доедать? Буду. Лимоны против есть вместе с кожурой. Да. Чего? Давай, отсутствуй кожуру. Да. Только она жесткая какая-то вообще. Потому что она замерзла, конечно, она жесткая, блин. Ты не так это делаешь. И пиздюль. Что за Майкл Джексон? Что за Майкл Джексон? Так пафосно. Сейчас. Если сейчас мусорку не врежут, подождите. Я прошла мимо столба, фаги. Давай. На виде туда. Ну туда, на виде, там меня шпилачат. Я на подгоне. Таков? Он охуенен. Света, дебил. Там причет, конечно. Давай. Опять! Бедная девочка. Алина. Алина, прости, я снимаю. Поднимают люди. Че, как обгай ее, как стукнут. Шурик, дай лимон. Тут же захотелось. Будет нормально, да? Нормально будет. Что? Вот только я семечки не ем. Нормально? Сожрал весь лимон, шкурку оставил. Я один раз откусывал шкурку, не надо. Давай. Сюда. Давай, давай. Ты заебал. И вообще на все пофиг. Чего? Нет, не на все. Понимаешь, что ты говоришь? Это вода. Правила нет. Чего ты не можешь? Стоял, стоял тебе пиво. Ребята!
Кому бы, кому бы камеру отдать? На, поснимай. Чек-чек! Анимешники, все остальное сюда подошли. Че, все остальное? Сейчас тут все соберутся. Туда, туда. Камеру на. Мне там просят подойти. Ты не анимешник, ты хуй. Ты долбоеб. Ребят, сейчас я вам сразу скажу руководители клуба. Агагиев, Култыкин и Бло посмотрели на меня. Чай? Так, Ника. Александра Напарова, наш главный администратор. Вот Саша, кто не знает. Чай, залезай. Это утверждение в пицце. Бля, похлопать не могу. Также второй главный администратор — это Игорь Трунтаев. Вот. Сигарету брось! Нельзя в камере с сигаретой. Я заместитель по организации мероприятий. Это кто? Я. Каспирович Иван и Светлана Кузнецова. Кузнецова! Каспер, сниму, не надо. Вот эти двое модераторы. Это то, что с красными волосами модераторы. Култыкин Миша. Где? Право от тебя. Где они будут это делать? Алкоголик. Да, алкоголик и фотограф. Волокилев Александр. Вон он, сзади тебя. Лимон ясный. Кислый хуй. Дизайнер группы. Екатерина Бельченкова. Где? Заместитель администраторов. Они у тебя очень рады. Кузнецов Андрей. Кузнецов Андрей. Что охуеть? И Аля Виолера у нас заместитель по фестам. Держи. Да. Беспалево всех снял. Все, утверждаем этот список руководителей. Я до глаза снял. Больше денег вместилось. Я обожаю лимон, идите нафиг. Говорят, Будуна помогает. Будуна помогает все, что имеет град. Или рассол. Да, вот рассол вообще пиздатый. Не, пиздатый рассольчик именно с этого. С ассорти, которые они просто... Сортира? Нет, ассорти. То есть капуста, перчик, блядь. Да, да, да. Огурчики, помидорчики. Вот это пиздатый рассол, блядь. Вот это обычный, блядь. Итак, это ебаный Новосковск. А это кот, а с одним ухом. Кот с одним ухом, нет, с двумя. Я снимаю два уха кота. Теперь лицо. Давай повернись двумя другими ушами. Повернись двумя другими ушами. Теперь еще два. Значит, у него их четыре. Это кот-мутант. Еще два ножа. А вот этот Чешир. Еще два ножа. Чешир вот он, с лимоном. Кот хавает лимон. Да. Народ, нам нужно набрать следующий. Не, ребята, я Майкл Джексон. То есть это косплей и дефиле. Это выступление под музыку. Я не танцую, не пою, говорю. Я ведь умею танцевать, ну что. Я на чемпионат по литрболу, господа. Бля, я с тобой. Я там. Все, у нас есть номинанты. Насчет литрболы. Вот там бухло, короче, они тоже вспомнили. Я такие маленькие девочки, которые... На, снимай. Караоке. Вот я еду на караоке. Ну, данс-центр. Караоке больше всего. Мы со Светой караоке. Заявку уже, блядь, подавай. А потом танцевально уже спи. На Нематриксе. Косплееры, ну это понятно. Финансирование своего, как всегда, да? А мы вот, то есть, видео создавать, у меня проблемы с живым. Косплееры. Вот еще можно. Актер садист. Садист. Можно мне еще кое-что сказать? Если кто будет один человек участвует в дефиле, да, например, косплее там, то этот человек не должен участвовать в чем-то еще другом, то есть в одной номинации. Пожалуйста. То есть мы будем перебрасывать. Мы не будем никого грузить, только одно. Кроме ради, что косплей центр, потому что... Люди, не рассчитывайте только на караоке, остальное. Да, кстати. Не, ну ты напишешь. Свет, мы с тобой, то есть... Потому что все люди хотят, например, сфоткаться, да, вот, например. Хотят даже репетировать, повторять, еще чего. Короче, тебя случается неудачно. Либо косплей дефиле, либо что-то вот это. А массовые сцены вот такие у нас еще будут. То есть это вот косплей-центр. Свет, вот это мы решаем сразу. Уже нет, мы ничего. Свет, мы сейчас сразу решаем, что мы пойдем и интерпретируем. Скорее всего, это будет красный.
наш крайний. Хотя мужья мне больше нравятся. Народ, я вам честно скажу, я очень рад вас всех здесь видеть, то, что вы пришли на эту сходку. Игорь, можно один вопрос? Я слышу. Кто-нибудь поедет на аниматоре? Я тоже рада. А кроме меня? Ну, пока не сами пока ничего. Просто как тебе сказать, это с ближних квестов, это только самый ближний. В ближайшее время. Как еще назвать? Едет, короче, с Алексеем девчонка, но там нужно 10 человек. Всего этого и предназначили. Чтобы повезли. Ну, я повезли, чтобы. Там 10 человек и нужно набрать. Она едет на личном транспорте. Народ! Народ, информация для размышлений. Вот скажи всем. Народ, тихо, тихо, всем смотрите на меня. Всем смотреть на админа. Самого главного. Какого главного? Вот главный. Ети! Народ, может быть. Короче, ближайший фестиваль. Тихо! Спасибо. Ну говори, ближайший фестиваль в Москве будет проходить, называется Animatrix. Есть, поступило предложение, я вчера разговаривал с алексинским косплеером. То есть набирает 10 человек и едет на личном транспорте. То есть информация для размышлений. Самый ближайший фестиваль. Это Татьяна Воронина? Да. Потом 11 февраля в Туле будет пати. Ну это мы знаем. И проскочила такая информация. В принципе, я предлагаю всем съездить. Она будет летом. 14 июля. В Калуге будет либо слет, либо фестиваль. Игорёк, моя мама. Я понял. Да, я мама. Игорёш, тебе моя мама. Народ, тихо. Если мы зарегистрируем клуб, то возможности поехать вам будет давно попроще. Да, мне даже родители уже сказали, что, конечно. От этого простота не избавиться. Родители как были суровые, так и... Неправда. У меня даже родители скажут, что это, если это будет официальная организация... А, Денис, есть два человека, которые, если появятся перед моей матерью, она меня пусть куда угодно. Это Миша и Игорь. Так, далее. То есть, народ, думайте, решайте, в принципе. Вас никто не принуждает, но... Игорь, люди, давай создадим клуб, а точнее зарегистрируемся до конца этого месяца. Осталось сколько дней, это до конца месяца. Люди, 3. Послушайте меня, пожалуйста. Ой, до конца декабря. Вот. Уже декабрь начался. Ну, уже декабрь. Поэтому Игорь и Миша. То есть вы двое. Слушай, я все сказал, не надо перетирать, это лишний полтора. Я тебя не слышала, меня уводили. Так, люди! Сейчас буду злиться. Ребята, может, вы помолчите, а? Вы начнете бояться хомяков. Я не боюсь хомяков. Все молчат, это он так, банда. Так, народ, значит так, давайте решим вопрос, как мы нашу клуб будем регистрировать официально. То есть, потому что аниме-клуб это не зарегистрирует. Я предлагаю сделать, как сделали в Туле. Официально зарегистрировали, то есть они сделали как, как любители, молодежная организация любителей японской культуры. Можно зарегистрировать так. То есть это вполне зарегистрировано. Это согласно с этим? Да. А есть еще какие-то? Да, 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 согласно. Есть. Саша, еще есть ли при этом, перечисли. Народ, много плюсов. В магазине организации, то есть больше возможностей поехать на какой-либо фестиваль, находящийся за пределами Тульской области. То есть, второе, мы можем выбрать помещение, личный транспорт для поездки. То есть, соответственно, это гораздо больше возможностей у людей будет для поездок. Да. То есть, если мы ездили в Калугу на автобусе, мы тратили 400 туда и 400 обратно. Все очень просто. Просто они потом дадут нам какую-нибудь рекламу небольшую сказать, и все. Или раздать на фестивале. И за счет этого и все. И будет снимать, у нас будет и транспорт, и все на свете. Соответственно, далее у нас... А потому что если не в кавайных ушках, будете снимать. Александр, Саня, бородач, хотите? Я не бородач. Так, далее у нас... Александр, бородач. Тебе? Александр, бородач. Тихо. Расскажи, где Кимовск. Кимовск? Да, Кимовск. Она так написала в группе. Я написала, что я не знаю, в какой он стороне. Короче, садишься в ногу. Направление покажи. На 107-й газель садись. Так, Света, можно я подержусь за тебя? Привет, красная башка сюда иди. Я всех по имену знаю, поэтому всех обвиню. Я тебе, блядь, да, Россия. Марсель, я как обычно чешир. Пожалуйста.
Да. Вообще-то он меня так все время называет. Так что не надо. Да. Ну, может, они маленькие злобные карлики. Я не карлик, но я маленький и злобный. Так, далее. У меня вопрос насчет того, насчет ближайшего, ближайших планов нашего клуба. Вносите предложение. Да, народ, мы слушаем вас. Вы слушаете люди, я нас, считаю, мы что... слушаем вас. Люди, я считаю, что сначала должен прекрасно зарегистрировать. Сначала... Как обычно, то есть выступления в фестивалях, организация клуба. Я не могу понять организацию. Повысить процент посещения от всей тех, кто добавился в группу тупо для помпы. Привлечь вот это все. Отсеивать это смысл. Нет, смысл есть. Если... Просто понимаешь, лучше меньше да. Вот именно. Лучше меньше, но люди неправда. Некоторые люди, которые не ходят на сходки, они ездят с нами на сходки. Нет, суть даже не в том, что не ходят на сходки. Народ, давайте сначала не будем заниматься фестивалями, потому что у нас сейчас на повестке дня сначала. И вообще не стоит. Регистрация клуба. Да, клуб и сама регистрация клуба. Потому что, думаю, если мы сейчас займемся клубом и подготовкой к фестивалю, я лично хуйня просто порву. Лучше мы его пропустим. Мы не то и другое не сделаем. Так что, носите люди предложение. Я раньше...